задача нашей организации, задача нашего центра дать надежду родителям и помочь детям в первую очередь, потому что это важно. Вот, ну, если не с 8, то с 9, и если не до 7, то до 6 часов вечера, чтобы охладить максимально эффективно группу наших членов. Возможность индивидуального обучения будет, то есть будет групповое, будет индивидуальное. В большинстве требуют индивидуального, да. Их невозможно в группы соединить даже по двое. Они не понимают друг друга. Не обучаемые. Вам сказали не воспитывать? Сидите дома. Сидите дома, смотрите. Я как представитель медицины могу сказать, что мы не располагаем никакими средствами реальными. Для того, чтобы оказывать какую-то помощь. Помогает речи. Вот это, это, вот это, это. И повторяйте это 100 миллионов раз. Вот такая терапия. Это все равно может сделать только родитель. Да. То есть основное даже будет как цель ставить себе обучение родителей. Называется мамотерапия. Да, но родителям тоже нужно помочь. Вот. Правильно действовать. Вот. Некоторые растеряны просто. Говорят, вот наша организация вот направлена на то, чтобы помочь родителям. Чтобы родителей подтолкнуть. Потому что наши родители, они такие стандартные. Если не выходит, это по привычке нашей уже общей. Не только у тех, у кого есть какие-то аутичные расстройства, но замыкаются и все. И обмен опытом тоже имеет значение для родителей, когда есть возможность поговорить. Каждый о своем ребенке расскажет, и каждый для себя что-то из этого усвоит. Это тоже важно.